Это Финам ФМ, ежедневная интерактивная программа «Реальное время». У микрофона Юрий Пронько. Добрый вечер, господа. Сегодня у нас будет интересная тема «Как защитить бизнес от произвола властей». Вы все знаете мое личное трепетное отношение к людям, которые имеют свое дело. Я сам работаю в частных структурах, но в данном случае я все-таки нанятый сотрудник. Да? А с огромным уважением отношусь к тем людям, которые, несмотря ни на что, не благодаря, а вопреки продолжают вести бизнес в Российской Федерации. Но, к сожалению, знаю немало людей, в том числе близких друзей, которые купили бизнесы в Чехии, в Болгарии. Кто-то подальше уехал, а один из них вообще уехал во Флориду. Живет и здравствует, уже третий год пошел. Я так понимаю, скоро получит Гражданство через два года, если, конечно, ничего не произойдет. Вообще все это настораживает. Тем более, мы вновь, я так понимаю, возвращаемся к политике. Не хочу называть это суверенной демократией, потому как автор этой политики ушел в правительство да, федеральное. У нас сейчас идет такая большая кадровая тусовка. Каждый день что-то приходит. Вот сегодня пришло Шойгу, отказался возглавить госкорпорацию по развитию Сибири и Дальнего Востока. И уже коллеги начали говорить, ага, значит он получил индульгенцию и сохранит свою. Ну, короче, чушь полная. А, потому что это неинтересно, на самом деле. Неинтересно, кто там куда, когда и во сколько. Да? Интересно, как дальше с новым старым президентом, который, в общем-то, уже 12 лет а, в той или иной форме, в той или иной должности управляет страной. Поэтому... Я думаю, что тема развития бизнеса вот в этих новых старых условиях, я, я надеюсь, что они будут новые. Но что-то мне подсказывает, что в 60 лет мало кто меняется. Но я надеюсь, что вдруг, да, ну вдруг такое произойдет. С удовольствием представляю моих гостей Яна Яковлева, председатель коммерческого партнерства Бизнес-Солидарности. Яна, добрый вечер. Да, здравствуйте, Юрий. Рад видеть, как никогда. Да, я тоже. Сто лет не виделись. Ну не так уж. А, Владимир Головнев, сопредседатель Деловой России. Владимир, рад видеть, добрый вечер. Да, добрый вечер. И мы ждем еще одного нашего собеседника, который поедем где-то вот за замело метелью. Это Игорь Храмов, главный редактор портала Общественного объединения предпринимателей Всероссийское движение за честные выборы. Рынок, я надеюсь... Оговорка, Оговорка по, по Фрейду. Фрейду. Да. Но <смех> здесь, <смех> что за честный рынок? В принципе, ры... предприниматели, Это тоже самое. <laughs> предприниматели тоже за честные выборы. Да, э, за честный рынок. Вот мы надеемся, я все-таки надеюсь, что Игорь до нас доедет. Напомню, средства коммуникации. Для звонков многоканальный телефон 65 10 99 6 код Москвы 495 и портал в интернете finam.fm для ваших писем. Кроме того, на портале идет прямая веб-трансляция из московской студии finam.fm, то есть вы нас можете не только слушать, но и смотреть. Например, в московской пробке. Да, я знаю, что часть из вас точно сейчас где-то там вот стоит. Мне это предстоит после 10 часов вечера. Я надеюсь, там уже рассосется. Если не наоборот. Так Ян, на самом деле, очень давно не виделись. Ничего не изменилось. В общем-то, вот и конец Вот и конец, до свидания. И тем не менее. Ну что сейчас? Вот что-то поменялось. Столько было разговоров, столько было идей, столько было... Я, я помню ваши горящие глаза, когда вы мне говорили про президента Медведева. Да ладно. И до 24 сентября я был такой же, как и вы. Ну, Потом произошли известные события. Нет, на самом деле, конечно, были надежды, что надежда умирает последней. И да, я помню, действительно, когда вот вдруг вышел президент Медведев и в своем послании сказал, что бизнес не должен, быть, не должен арестовываться, нужно остановить конвейер арестов. И он первый, действительно, кто это вообще об этом подумал из вот этих высоких людей, занимающих высокое положение, первый, кто сказал правильные слова. И было такое ощущение, что а вот может оно, что -то, действительно, а может быть этого достаточно, ну, то есть, может быть, вот то, что он сказал, это что-то изменит. И действительно, потом дальше начало меняться законодательство, и вышла эта поправка пресловутая в 108 статью и об арестах, о том, что запрещено арестовывать. Правда, было странно, она сформулирована как бы немножко не по юридическим канонам. То есть обычно так в законе не пишут, что запрещено арестовывать. Но тем не менее, и она кое-как начала работать, хотя на суперзаказных делах она не работала и там, где, в общем, были обычные предприниматели, они еще не, ну, так сказать, их не всех сажали. Uh -huh. а в заказных делах она, конечно, не работала. Ну и как-то вот так вот все так развивалось. Потом стало понятно, что на этом все. То есть вот большего добиться, наверное, нельзя, потому что стали разные появляться группы лоббирования, то есть говорили о том, что нужно модернизировать уголовный кодекс в части экономических статей, что именно уголовный кодекс влияет так вот на экономику, приводились разные доводы, но это уже было не услышано. То есть максимум, конечно, того, чего мы добились, это внесение изменений в 108 статью и изменились некоторые статьи в части легализации, да, контрабанды были отменены. То есть это, в принципе, огромное спасибо Дмитрию Анатольевичу, что он это сделал. Все-таки благодарим, уходящего президента. Да, нет, а однозначно в этой части благодарим, то что очень много людей освободилось, перестали возбуждаться произвольные дела по статье легализации, она перестала автоматически прикрепляться к каждому обвинению и... Снизилось, в этом смысле давление снизилось, но это как бы совсем не все. Uh -huh. Потому что если мы говорим о том, что нужно кардинально менять среду, а ее очевидно надо менять, иначе я не знаю, как дальше в бизнес в России, он просто ну, нереален, фактически запрет на бизнес сейчас стоит из-за вот уровня коррупции гигантского. Да, вот, вот, uh, вот в этом uh -huh. смысле уже дальше ничего никуда не пошло. Ян, скажите, пожалуйста, так, а вот у нас, который год борется с коррупцией, ну, четвертый как минимум. Да. да? не с царя а гороха, меньше да, стали брать? Вы знаете, я сейчас тренд такой удивительный поймала, может быть, я ошибаюсь, но я как-то в одном из выступлений Владимира Владимировича, значит, услышал, он такую фразу произнес. И думаю, я что тогда подумала, неспроста. И точно, значит, он сказал, что вы, э, с коррупцией в России бесполезно бороться, потому что коррупция, оказывается, в нашей ментальности. Она с Петра Первого, э, она как бы присуща нашим вот, э, качествам. Мы такие люди. Вот, и, а, и По-моему, это так оскорбительное все... выражение. Вот, вот я, я почему-то и обратила внимание, потому что мне захотелось встать и сказать: крикнуть: Владим, Владимир Владимирович, ну, я-то не такая, но потом решила, что. Не uh, да, не услышат. И действительно, это странно, потому что ну, мы не такие, да. То есть uh, мне неприятно давать взятку. И мне неприятно платить за то, что должно быть и так. Uh, что должно и так происходить, даже по тому закону, который есть. Вот. И, и теперь я уже несколько передач, типа ток-шоу разных, в эфире увидела. Они с такой были. Особенно вот по Первому каналу тут был, судите сами, или как передача называется, могу ошибаться, гордон ведет. И он четко говорил: что: а нужно ли бороться с коррупцией? А что с ней бороться-то? же нормально. Задается вопрос. Ну, что Какой тренд вообще... пошел? Какое-то исследование появилось. Да, Какое-то появилось исследование. Значит, институт госслужбы опросил предпринимателей. И выяснилось, что предприниматели вовсе и не прочь давать взятки. Просто единственная их боязнь то, что они не получат за взятку ту услугу, которую они за взятку покупают. Это вот их единственная боязнь. То есть, в принципе, они не прочь. И я вижу, что вот это вот как такое развитие темы, что в России это уникальная страна. Вот в некоторых странах есть Биг Бен, в некоторых странах Эльфовая башня. Люди ездят, туристы, смотреть. Да? А Россия будет вот такая уникальная страна, в которой есть коррупция. И будут на нее туристы приезжать, смотреть. Но ну, мне кажется, это вот только так можно себе представить, потому что вот исходя из этого тренда, я вижу, что никто бороться с ней особо и не собирается. Это Яна Яковлева. К нам присоединился Игорь Храмов. Игорь, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. А, ну, все-таки вот Владимир раньше, да, приехал. Я, я, я ему сейчас предоставлю возможность. Ваш взгляд. Ну, я вот все-таки с Ян до конца бы не согласился относительно того, что вообще ничего не делается. Мне кажется, еще, нара лет 7 или 8 назад говорить о таких инициативах, ну, даже и бизнес об этом не мечтал. Конечно, мы находимся только в самом начале пути. Что тут греха-то эти, те, кто ведут сегодня бизнес, все реально понимают о том, что сегодня декларируется гораздо больше, чем реально делается. И вы правильно заметили относительно, допустим, тех статей о наказании предпринимателей, Наверное, можно было бы еще, наверное, добавить все-таки изменения. А запрете на арест досудебный, не да, о да, да, наверное, надо было еще добавить о проверках бизнеса, да, о том, что, в общем, сказать, идея-то была неплохая относительно того, чтобы проверять бизнес не чаще одного раза в три года, а все остальные по, по проверке только санкции прокуратуры. Другой вопрос, что оно реально работает крайне слабо, и мы знаем, что это, в общем-то, где-то... Ну, а то, что не работает, и нет смысла обсуждать. Другой вопрос, что мы должны все-таки с вами видеть некие тренды, да, все-таки тренд, я вижу, он в этом направлении идет. Ну, мы с вами неоднократно Шоу. встречаемся, да. а, допустим, на мероприятиях деловой России, да, там, в общем это достаточно мощное бизнес-объединение. И та встреча с премьером, будущим нашим ныне избранным президентом, которая проходила в конце декабря, говорит о том, что ну, те вопросы, которые обсуждаются, те вопросы, по которым даются поручения, ну, они все привязаны к бизнес-сообществу, к бизнесу. Понятно, что повторю, это только начальный этап. И нам бы хотелось... Сколько же всех... можно начального этапа? Вот я, извините, что а, а, мы, в течение 12 а, лет уже мы начинаем, что-то начинаем, а, никак не кончим. А вот, вот просто, чтобы не критиковать, а что бы вы предложили в этой ситуации сделать? Вот с моей примеры... точки зрения... Можно я мысли закончу? А, да? да, я думаю, можно. Нет, просто у нас вот эта ч... вертикаль сверху донизу, тех чиновников, которые существуют, настолько большая, и мне кажется, пока до них это все окончательно дойдет, пройдут реально, сказать, годы, но то, что на сегодняшний день, сказать, высшее руководство страны э, видит пути, как решить эти вопросы, сказать, для меня это очевидно. Другой вопрос, что, конечно, зачастую, что на среднем уровне, на уровне регионов, сказать, это как так спускается на тормозах. Но мы должны здесь понимать, какие какие должны быть механизмы, как решать эти вопросы. Это для меня более важно. Вы сейчас депутат? Я нет. Есть, я, я правильно понял, Владимир, что до господина Путина это все уже дошло. Ну, Он осознает. Ну давай так, мне сложно сказать. Э, дошло это до господина Путина? Не, нет, вы сказали но, то, что в декабре вы встречались. Вы почувствовали? Но, по крайней это? мере так. Я, я вспоминаю. Я стоял у в деловой России с 90, ой, с 2001 или 2000 так. года. Когда-то, чтобы в, в рамках правительства а, при обсуждении деловой России было дано хотя бы одно поручение, об этом приходилось только мечтать. Мы, я помню, сидели, обсуждали, какую мы тему будем э, говорить, эту, 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 там как-то защита там по таможенным вещам. Когда мы видим количество поручений правительства, сказать, насчитывает десятки, ну для меня это есть все-таки некая вера в то, что ситуация меняется. А что за поручения и исполняются ли они? Давайте посмотрим в данный сроки. Конкретные Нет, сроки... Поручения, я просто была на этом Ну же Хотя бы пар парочку. Съезде я просто да. сейчас... ну, вот я взял, подготовил, сказать, вот, их, их суммарно этих поручений э, 14. Например, Например? Ну, ну, э, проработать вопрос о повышении доступности предоставления государственной гарантии российские, с Российской Федерацией по кредитам, привлекаемым юридическими лицами на осуществление инвестиционных инновационных проектов. Ну, то есть очень много. Тут 14 поручений. Повышение Пасру... доступности кредитов. Это значит, банки, они не справляются с... То есть они не выдают кредиты. То есть коммерческие учреждения сами не работают. Приходит государство со своей рукой вот этой длинной и говорит банкам, так, вы должны, ну, даже если вот так Нет. трактовать это, опять идет вмешение в, госу... в бизнес государства. Да. Я так понимаю себе это поручение. Меня настораживает считаете... другое слово, проработать. Понимаете, это не обязывающее. Но... Ни о чем. Не я, я могу вообще. проработать, да? То есть я вот могу проработать там беседу с Яной Яковлевой. Но это не значит, что второй вопрос будет тот, который я проработал. Юр, но э, я <с просто не стал до конца зачитывать, да? Просто есть конкретные ответственные и сроки, по которым должно быть представлены, соответственно, там, не знаю, предложение, решение, это все есть. Зачем это зачитывать? Я хочу надеяться, да? Я искренне хочу надеяться, что Путин это сделает. Вот а, а как вот без надежды? Вот, пойти, просто сейчас посидеть, пообсуждать, Любовью. как все это плохо? А вы знаете, я Или, или поехать вопрос. к вашим друзьям во Флориду или в Чехию. Это а, тоже хороший вариант. Ну что там хороший делать? Вариант. Наверное, там отдохнуть в флорида хорошо. Неделя, две, максимум три. А дальше что? Знаете, я когда общался с предпринимателями, очень часто слышу один и тот же, знаете, такой позыв. Юр, в 90-е годы было очень тяжело. Вот реально было тяжело. Но была надежда. И была свобода. В нулевые этой надежды нет. Ее не стало. Вот ее просто не стало, и все. Это люди, которые вот прошли вот то горнило, как говорят, лихих, да, лет, они испытали, по-моему, все в своей жизни. От наездов, отъездов, взяток и всего остального. Да? Вот это меня настораживает. Ну, потому что, мне кажется, тогда можно было обратиться, если на тебя наехали бандиты, можно было обратиться в правоохранительные органы. А сейчас наезжают правоохранительные органы, и обратиться некуда. Игорь Храмов, хочу ваше мнение услышать. Что у нас с предпринимательством? Как избавиться от вот этих вот дармоедов? Ну, вопроса два. Что у нас с предпринимательством? Плохо у нас с предпринимательством. Плохо. Я не знаю, как там у крупного бизнеса. Я могу говорить... Немножечко от малого. Индекс оптимизма, он уже даже не ноль, а уже скатывается куда-то туда, к отрицательным величинам. А что делать с этими дармоедами? Ну, я не знаю, но ну, есть практика, есть мировой опыт. А когда мы говорим о том, что Россия не может жить в ином состоянии, это миф, причем миф, вероятно, кому-то выгодный, потому что достаточно... по осознанно запускаемый. Да, конечно, угу. конечно. Достаточно вспомнить, я могу это компетентно говорить, э, достаточно подумать о Грузии, поговорить о Грузии, да, той самой Грузии, с которой у нас не очень хорошие отношения на данный момент, и в которой коррупция была естественным состоянием абсолютно до недавних пор. Но ведь смогли же. Но есть масса других примеров. Да, есть не масса Грузия, других примеров. Есть Гонконг, я просто есть хорошо знаю Грузию, поэтому говорю mm -hmm, за да. Грузию. Uh -huh. Там почему-то получилось. И если говорить о менталитете, то представить себе м, жителей Грузии без свойственного, вот у меня там связи, у меня там знакомые, у кого круче да. и так далее, угу. и так далее, угу. то Россия ни в какое сравнение не шла. Сумели. Захотели, была поставлена задача, на государственном уровне была поставлена задача. Сделали, получилось. И теперь люди очень быстро стали привыкать к хорошему. Я думаю, что у России такие же перспективы, было бы желание, была бы политическая воля. Игорь, ну может быть правда, вот осознание есть. Я хочу вот с Владимиром именно согласиться, но человек а, не просто же посиделки устраивал, да, он слушал, слышал, я по-моему с Титовым потом встречался, мы с ним говорили на эту тему. А, я сейчас говорю не о вере в него, да, потому что политики, они очень циничны, они циничны в четвертой абсолютной степени. Но если... Вот так вот осознавать все происходящее, то, что мы имеем нынешнюю статуску, ну, по меньшей мере, волком быть хочется. Именно так. Это такая безнадега. Ну, тогда надо собирать манатки и отсюда уезжать? Да нет, ну что же так, подождите. Есть Очень же жестокая. ситуация с массовыми протестами, которая уже проявилась. Пускай она сейчас немножко поутихла, но это ничего не значит, что она не повторится. Потому что гражданское общество у нас только начинает становиться. И я считаю, что то, что люди вышли, пускай они где-то э, вышли как на парад, э, как на какое-то веселое мероприятие, э, уже это хорошо, потому что люди, люди понимают, что душно и что с этим нужно бороться. Может быть, они еще не предъявляют лозунгов, которые действительно нужно было бы требовать. На мой взгляд, самый главный лозунг, который должен звучать на подобного рода мероприятиях, этой лозунгу верховенстве права, потому что до тех пор, пока нет суда, пока нет независимого суда и пока закон не является один для всех и, все, и самым важным, к исполнению, до тех пор ничего не будет. Ни бизнеса, ни борьбы с коррупцией. И даже тому же Владимиру Владимировичу тоже будет плохо, потому что он будет давать 14 поручений, а ему не будут в ответ ничего, потому что коррупция, это не только на нас с вами влияет, а это там тоже влияет. Это ослабление связей в государстве. Он не может управлять этой системой, которая была выстроена, потому что на него все как бы это сказать, его поручения, они никому. Он, он может стать крайним. Но ни, даже не так. Он говорит проработать, а там оттуда тишина. Он говорит: сейчас я вам. Они говорят: ну как же, мы же с вами в семнадцатом году в Питере, вы что, не помните? Как же так? Он говорит: да, этого нельзя увольнять. Вот у меня, я не сдаю. Да, например, маленькая компания, но я знаю, что когда в моей компании работают родственники моего партнера, я как угодно могу бороться за повышаемость, за еще что-то, за еще что-то. Но пока эти родственники прикрывают с тем, что они, я с ними ничего не могу сделать, потому что они родственники моего партнера, ничего не будет. И вот и это является примером для всех. Это крошечная компания, но это просто пример. Вот пока оно так. Так оно и будет. Я, мне кажется, немножко разговор идет о другой или, или более глубже. Я просто буду То, пояснять. что вы говорите относительно того, что бизнеса не будет, бизнес будет. Другой вопрос, какой бизнес? Бизнес связан с нефтью, газом, Нет, металлами, ну будет. цветными, Я, да, плюс конечно. сервисные компании, которые вокруг этого бизнеса, они были, есть и будут. Они были в 90-х, они были в нулевых, поверьте, они будут и в 20-х, и в 30-х, которые прикручены к чиновникам, они к все, завязаны, все в, завязаны в одну общую да. вертикаль. Только вопрос в другом, а нам-то для чего этот бизнес? На каком-то локальном этапе да нужен, но сколько может продолжаться этот локальный этап? Сколько? Мы говорим о другом виде бизнеса, бизнес конкурентоспособный не да, только внутри ну, страны, конечно. потому что один бизнесмен знает прокурора, другой знает там, не знаю, важного сотрудника там, МВД, третий министра. Для чего такой бизнес? Этот бизнес вообще не конкурентоспособный. И вот производит некачественную продукцию. Более того, мы дорогую. сегодня уже чувствуем в рамках очень простой так э, сказать, конфигурации трех стран. Россия, Казахстан, Беларусь. Мы уже по относительно Казахстана во многом не конкурентоспособны. А мы, извините, вступили в ВТО. и, и по этим вещам что мы сможем предложить? Опять же, нефть, газ, металл. И что дальше? Поэтому быть, в, вот, в этом, вот в этом, ну, может быть, ну тогда на территории Для Российской -то. Федерации должно жить не 142 там, 2 миллиона человек, а 42, их достаточно. И сказать, ребята, вот мы занимаемся только этой темой. Но не надо забывать, что одна треть всех природных ресурсов у нас сосредоточена. Поэтому идет разговор немножко о другом. А какой тип бизнеса у нас должен быть? Потому что к чему приводит, к сожалению, коррупция, к отсутствию конкуренции. А без конкуренции ничего не будет. Мы будем получать вечно автомобили ВАЗ-21 сколько-то, вот и все. И будем все разные конфигурации. А что делать? Я вновь задаю этот вопрос. То есть надеяться на Путина, это... мне кажется, это наивно, да? То есть он, в общем-то, я соглашусь с госпожой Яковлевой, он в определенной степени заложник уже той системы, которую он выстроил. Конечно. 12 лет он ее строил. Да, возможно, он какие-то реформы будет предпринимать, да, возможно, он кого-то перетусует и, возможно, кого-то может в отставку отправить, хотя вот те инфоповоды, которые нам каждый день преподносят, да, из Белого дома, со Старой, из Кремля, говорят, что не особо обольщайтесь, ребята, да, да? И будет ли Вася лучше а не факт, согласитесь. И будут да. милиционеры и, делать и, и, зверские и вещи. На него мы и не надеемся, то, что и тогда... Это вопрос очень сложный. давайте говорит, на митинге. Я считаю, что это очень непродуктивный не путь. Может быть, так выпустить пар и, и стро, Нет, устроить из себя а, свисток, который там свистит сколько там? Для чего это мы проходили? Ну, я скажу как, свои точки зрения. Первое. Да. Во-первых, бизнес должен быть более активен. И более активен не с точки зрения выхода на площади там, или на проспекты Сахарова, Бизнес должен быть более активен в рамках предпринимательских союзов. Как часто получается? Бизнесмены либо туда не приходят, в силу того, что бизнесмен считает, он построил свой маленький хутор, знает прокурора-милиционера, а потом что-то поменялся, этот прокурор-милиционер пошел на повышение, думает, что же мне делать в этой ситуации? И, побежу, и, и побежу, самому идти на повышение, в Москву поеду. Бизнесмен должен быть более активен в рамках предпринимательских союзов. И не просто дежурно пришли раз там в год, так сказать, а все-таки реально понимать, какую-то часть сил своих, жизненной энергии на это надо тратить. Момент второй. Я согласна. Момент второй. Сами предприниматели все-таки должны, не знаю, амбициозно или как-то по-другому идти во власть. Как бы это ни звучало, примеры того, что у нас появляются разумные губернаторы э, предприниматели, разумные, надеюсь, министры предприниматели. Это, этот тренд должен быть. Потому что человек, у которого вот Груздев, да, возьмем, коллега Владимир Сергеевич, губернатор Тульской области. Сегодня весь интернет написан, сказать, самые большие доходы по результатам 2011 -го года. Там с супругой, там, три, кажется, миллиарда. 4. Ну, или 4 миллиарда. Видите, вы лучше ее не знаете. Отслеживайте. Мы же Это ваша работа. Ему-то зачем в этой ситуации Делать какие-то, так сказать, такие вещи. Он, я думаю, как амбициозный человек, он должен, он хочет добиться того, чтобы регион, не простой, кстати, регион, Тульская область, да, как-то по-другому, сказать. Ну, да. Да. Поэтому, конечно, власть должна понимать, что людям, которые добились достаточно существенных результатов в бизнесе, можно дать некий шанс для того, чтобы они на государственную службу. Неважно, это федеральная власть, так сказать, может быть, какая-то региональная, да. Игорь, а с чего бы вы начали? Я бы продолжил дело бизнеса делать деньги, в первую очередь, но влиять на политику можно опять-таки через эти деньги, да, как во всем мире. А вот эта вот организация там, партии предпринимателей и так далее, там, харти пред... ну не буду сейчас об этом. Но если позволите, вот 10 тезисов. Независимый суд, мы уже говорили, это совершенно необходимо, да? Развитие независимых средств массовой информации. Никакой независимый суд не будет, никакого предпринимательства не будет, ничего не будет, то есть угу. это не менее значимое явление. Содействие созданию эффективного гражданского общественного контроля. Создание правозащитного Без первых двух невозможно. Да, да. Совершенно, совершенно верно. Да. Ну, одно из другого проистекает. Да. Здесь, может быть, какие-то можно пункты менять местами, но не суть. А, ну, то, о чем уже говорил Медведев, создание правозащитного центра, введение института а, бизнес-обдусмена. Далее, очень важный вопрос, на наш взгляд, это популяризация самого понятия частной инициативы в тех же средствах массовой информации на любом уровне, вообще mm -hmm. на государственном уровне, создание благоприятного имиджа. И э, мне кажется, что проблемы в стране с отношением, ну, не кажется, скорее всего, все согласятся со мной с отношением к частной собственности, да. Uh, то есть создавать uh, грамотное представление о том, что такое частная собственность и что это вообще основа основ в рыночной экономике. Это совершенно необходимо, этим, этим никто абсолютно не занимается. Не, у нас uh, вот на тех каналах, которые смотрит госпожа Яковлева, я их не смотрю, да, барыги-спекулянты, коммерсанты, вот так. Да. Слово предприниматель-бизнесмен я слышу там крайне редко. Ну, а вот, а это... обычно э относительно иностранного бизнеса. Понятно. Иностранные предприниматели. Если наши, то барыги и спекулянты. Это... Ну да, иностранные шпионы, а если наши разведчики. А у нас. Браво, да. Это да. Дальше вопросы попроще. Это упрощение процедуры регистрации предприятий. Уведомительный порядок. Далее снижение налоговой нагрузки. Так, я уже не услышала, извините, что я перебиваю. А Где же здесь борьба с коррупцией? у вас, в ваших пунктах? Собственно говоря, это все борьба с коррупцией. Суд это, первый. Это, Уведомительный первый порядок? пункт? Суд. Суд, да. Это суд принимается. Я, я думаю, я, я, если я это думаю, сделать... вы меня извините, да. но э, люди, которые будут знать, что такое предприниматель, что такое частная собственность, и как вообще строится отношение между государством и бизнесом, они не будут столь осуждающие сегодня смотреть. А вы говорить. считаете, что россияне в массе своей очень так плохо относятся к бизнесу? В массе? Да, а почему? Ну, почему я не согласен. Я, я тоже не согласен. Я Нет, думаю, что подождите, подождите. Годы... Вот Игорь, угу. почему вы так считаете? Нет, в Москве, конечно, ситуация иная. Здесь каждый второй занимается бизнесом, да. тем или иным. Но в общем, в среднем по России, да, вот барыги, спекулянты и так далее. Это стереотипы некие, да. И для того, чтобы эти стереотипы развалить, опять-таки, нужно, нужно то, о чем я уже сказал: популяризация, угу. информирование, вовлечение. У нас даже есть в нашем движении есть один товарищ, который создал целый проект аббревиатура ИПВ. Это информатизация, просвещение вовлечение. Информирование, просвещение, вовлечение. Интересный проект, но это отдельная история. Угу. То есть, собственно говоря, борьба с коррупцией начинается с информированности. Я бы на самом деле не отметал этот момент. Нет, это, это, я, а... я специально эти 10 пунктов привожу. Информированности чьей? О чем? Информированности бизнеса да, внутри бизнеса и информированности общества относительно бизнеса. То есть не Хорошо, к вот стереотипу. ладно, добились, что соседка Клавдия Петровна знает, что ее бизнесмен, сосед Иван Петрович, не ворует. Она его знает, и что? Ну, это уже здорово. А как с коррупцией? -то. В этот момент его пришли, закрыли, посадили на пять лет. и. Значит, все, она... Она значит, значит, можно рассчитывать, что эта бабушка выйдет пикетировать здание суда, когда его будут осуждать? Ну, Что-то, Игорь, вы как-то ну, -то Вот того, С моей да, точки зрения, смотрите, эти эти 10 пунктов с, -с, -с, -с какими-то труда не согласиться. Mm. Них я говорит, Суд. С моей точки зрения, вот из 10 лет, это вообще, это там самое, это вообще за... не обсуждается. Это без этого ни одна реформа, ни одно изменение, ни одно поручение. Ничего не пройдет без суда. Абсолютно правильно. Ведь в чем вопрос нашего темы разговора? Вот это Безысходность в глазах, как вы все говорите. Да. Потому что человек прекрасно понимает. Он готов сражаться, он готов доказывать. Но если у него нет института, где это доказать объективно, у него может быть так, такая безысходность в глазах и существует, понимаете. Поэтому суд это та вещь, которая основа всех основ. Но часть пунктов, Игорь, ну допустим, вот вы говорите: создание имиджа бизнеса. А кто его должен делать? Государство, что ли? Не еще... государство в том числе. То есть вот. государство должно создавать условия для этого. Опять-таки возвращаясь для, для, для к независимым средствам. Рекламы рекламы бизнеса. Бизнес сам это Зачем может сделать. Зачем рекламы? Просвещение. Это нет, счёт. это хорошо, но это на том уровне, на котором мы находимся, это ничего не изменит. Это вы правильно все говорите, что нужно. Я согласна, что бизнес у нас а, по телевизору представляется какими-то барыгами, ну там и так далее. Но это настолько мало и настолько уже все зашло глубоко и далеко, что это ничего не изменит. Даже если по телевизору каждый день будут говорить, что бизнес хороший. Бизнес хороший. Без изменения правовой системы ничего не сделаешь. Я здесь, вот Владимир начал очень правильную вещь говорить: о том, что бизнес-ассоциации, и я не говорю о том, те, которые есть и зарегистрированы а бизнес и сам может э, объединяться Создавайте, в некие сообщества, да? нерегистрируемые как угодно, они играют огромное значение. И вот мы сейчас э, в Деловой России создали центр, э, называется «Бизнес против коррупции», который рассматривает случаи, э, ну, обращения. Причем это не только члены Деловой России могут обращаться, а любые предприниматели. Вот, значит, там сопредседатели Б, Борис Титов, Назаров Андрей и я. И э, Андрей Порфирьев, это юрист из Афанасьев-Пугинские партнеры. Э, значит, вот мы мы взяли, поехали в Астрахань. Вот в Астрахани к нам пришла череда обращений предпринимателей, причем их жен, потому что предприниматели уже всех посадили. Очевидно, там действует схема. Люди, людей судят за прибыль. Вот угу. мы, я, я просто вот настолько была возмущена и всех подбила туда ехать, потому что нужно как бы это прекращать на месте там. Местное, местное братье придумало схему, что вот если предприниматель значит, строительной работы, появляется некая экспертша и говорит, вы знаете, у вас здесь, я так по поэксперти... пишет экспертизу, значит, покрашена стена на 170 метров больше, чем нужно. Вот в этой комнате должно быть одна лампочка, а вы повесили две лампочки. Это она пишет экспертизу в уголовном да -да -да. деле на предпринимателя. Значит, погруза разгрузочной работы завышена на сумму 1954 рубля. Это предприниматель Воробьев, дали ему 7 лет в результате в суде. Значит, она посчитала вот эту вот наценку. МВД ее радостно приняла, назвала ее суммой хищения. Значит, к нам на собрание пришли так называемые потерпевшие, которые отказались быть потерпевшими. Это военная часть, где он делал ремонт. И они сказали, ну сделайте что-нибудь, ну хоть вы. Вот мы при... А мы такие же общественники приехали, мы такие же, как они. То есть у нас никакой ни власти, ничего. Они к нам обращались, говорят, сделать что-нибудь. Мы на суде заявляли, что мы не не потерпевшие. У нас сделан ремонт, нас все устраивает, и погрузоразгрузочные работы нас устраивает, и, и, и все, что вот он сделал, все нас устраивает. Нет, их признали потерпевшими против их воли, и осудили человека на 7 лет, вот он сидит. И еще, значит, там подобный случай, там вообще всю семью посадили, дочку, там, это, зятя, отца, тоже строительной работы. Вот идет схема в регионе. Мы приехали, ну, понятно, там Борис Юрьевич, у него авторитет, нас принял губернатор, там сказал, как же так, я тут ничего не знал, что такое, но ну, готов вам помогать. Знал, он не знал, это сейчас не важно. Я надеюсь, что вот... Мы сами это сделали. Никто нас не уполномачивал помогать людям. И деловой России никто не уполномачивал. Создали это, этот центр. Сами поехали. Я надеюсь, что реально людям мы поможем. Потому что уже прокуратура отказалась от приговора на Воробьева. На это угу. сказал, что мы как бы, ладно, хорошо, мы тут подумаем. сейчас будет вот это вот надзорное производство. Кассационный суд. Надеюсь, что им поможем. Поэтому я я всегда людей призывала, что нужно объединяться, не нужно ждать, что кто-то поможет. Нет в России такого человека, который который поможет. Нет ни института, ни доброго дяди, никого нет. Нужно самим сбиваться в эти кучи и самим биться с этой системой, объединяясь и вот оказывать давление через публичность, через связь СМИ, через вот эти собрания, совещания, круглые столы, митинги, все что угодно, нужно давить. Да, ну и на к этому надо добавить, не обязательно это может быть объединяться под какие-то федеральные бренды. Люди могут на, реги на, на а своем абсолютно региональном мы Вместе уровне собрались. Вот та же 159-я статья, которая везде. Это мы в Астрахань съездили, мне до сих пор пишут из Астрахани разные уже предприниматели, оказывается, в, на которых это же дело заведено, по, по этому же признаку дела заведены. Объединяйтесь там у себя, создавайте сайт. Пускай этот сайт будет называться Там посаженные предприниматели Астрахани или Тулы, или неважно кого, вместе создать, это уже будет, не надо никого ждать, это уже будет оказывать давление на региональной власти. Ну и, наверное, еще одна из идей, мы сейчас набрасываем некий список идей, обсуждаем. Как защитить свой бизнес? Да, да. Э -э -э люди должны быть более активны не только с точки допустим, региона или целом страны, э -э -э на своем профессиональном рынке, ну, допустим, кто-то занимается, образно, там, не знаю, там, э -э -э текстильной легкой промышленностью. Вот именно, если люди достаточно мощно объединены по своему профессиональному признанию, да, вот они занимаются этим, допустим, не один год, а может быть не один десяток лет, тогда уже государство должно передавать избыточные функции на этот уровень. Зачем вот им определяться, кому давать помощь, кому давать лицензии, нужны или нет сказать. Сами предприниматели могут внутри себя решать эти вопросы. Это непросто. Потому что у нас как-то как часто очень обстоят дела, есть монстры 2, 3, 4, которые перетягивают одеяло на себя но в любом случае вопрос саморегулируемых организаций без этого государства никогда эффективно не решит ну никогда все кто-то придет Штатах и договорится все построено на, на этом. этом и в Германии тоже и они между собой по принимают стандарты то есть э, не государство спускает вниз какой-то стандарт а вот эти ассоциации они говорят там, что дороги должны строиться так так и так и вот все члены вот этой организации которые строят дороги должны именно так строить и дороги по другому никак нельзя но это бизнес делает. И э, это есть гражданское общество. Это не какие-то там вот правозащитники, да, э, старенькие, которые вот э, исхили, ну что-то делают. Это обычные люди, гражданское общество, которое может э, по своему профессиональному признаку объединяться. У нас почему-то это очень слабо развито, очень инертно. И люди сидят бояться, и ждут. Ян, ну боятся. Да нет, и в голову это не приходит. Не боятся. Приход... Что страшного сделать сайт да и почему, на этом и сайте рассказывать о своих проблемах? И, и это храм с удовольствием uh -huh. э читают то, что пишут, и то, что знакомятся с тем, что делают другие организации. Но когда речь доходит до того, что вот давай объединимся, давай там. Шапку постим, померу, соберем да. денег, сделаем что-то. Нет, предпочитают, что это сделает вот кто-то. А а ну я, я постою, я постою, поаплодирую. Правильно. Есть такая проблема, очень есть такая проблема, и когда мы говорим о том, что у нас есть вот э, некое отношение закоренелое, некие стереотипы в той же коррупции, uh -huh. да, uh -huh. то здесь есть тоже стереотипы. Если мы говорим, что государство должно каким-то образом бороться с коррупцией на собственном уровне, то же самое государство должно неким образом бороться и с другими стереотипами. Понимаете, когда мы говорим о, опять-таки о просвещении, вот я, вам было бы намного проще, я думаю, бороться в той же Астрахани, если бы ситуация широко освещалась средствами массовой информации. Да? Средства массовой информации боятся. Они, средства они массовой бы, информации может, хотели бояться. бы. Они боятся местные средства а массовой информации. Предприниматели так боятся. вообще в ужасе. Там, не дай бог, слово. Там скажи уже когда и посадили, леса. уже... А не губернатор ужас. говорит, а я не знал. Да. Да. Под носом. Да, да. Да, да. Да. А он, он носом не знал. происходило, он не знал. А, нет, предприниматели это те, которые находятся на стадии уже преследования. Они мечтают, чтобы про них написали. Они мечтают найти прессу, когда и журналистов петух, и так далее. как говорится, да. Ну, ну а то есть а получается, да, что писать? предприниматели сами разобщены. А давайте да. вернемся к теме нашей передачи, у -у -у. Всё, да, как называется, как? Как защитить бизнес от произвола властей? А давайте попробуем по понять, почему так происходит? Вот с моей точки зрения, многие наши представители властей, как у нас заявлено в теме передачи, сами являются предпринимателями. У нас идет очень серьезная подмена. Это правда? Да. 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 Почему? Потому что он пришел, допустим, во власть на какую-то позицию. Средние руки заработать. Вы, абсолютно. Вы что он думаете? Он думает в первую очередь, чтобы быть сервисным человеком для выполнения того или иного функционала, как написано у него. Нет, он идет с прицелом на то. Вы меня прям удивили, честное слово. Я Почему? думаю, и слушатели сейчас, ну, мы Почему? думали все иначе. Серьезно, Игорь. Mm. Поэтому. Мы, мы, как... мы можем предполагать, да. Но факт жизни говорит да, о, об этом. Не все. Да, не все. Поэтому, Я знаю, чиновники есть честные. Ко конечно. Не да. надо всех под одну гребенку. Но очень много таких, которые действительно приходят для этого. Поэтому то, что сегодня, вот, допустим, Медведев внес в Государственную Думу, там, сегодня или вчера, uh -huh. законопроект, связанный о декларировании не только доходов чиновников, но и расходов. Я думаю, это некий шаг. Понятно, что, я, вы можете возразить, что опять он написан как-то не так. Это судьи кто? Поэтому, но все равно это шаг. Это шаг. И то, что Дмитрий Анатольевич заявлял на этапе, когда он становился, стал президентом, он, то есть сколько там осталось, месяц да, там до инаугурации Путина, он последовательно это делал. Поэтому все равно тренды положительные есть. Нельзя уже говорить, что все так плохо. Но если мы не переведем чиновникам из разряда бизнесменов, о чем я говорю, да, что они должны заниматься тем, за что они получают заработную плату. Другой вопрос автоматически встает. А их система мотивации, да, какая это заработная плата, какая там система каких-то опций, связанных там, не знаю, с страховками и многим другим. Но это одна из серьезных проблем. Игорь, я у вас вижу скептицизм такой. Нет? Ну, а что делать без скептицизма? Знаете, у меня вчера. В эфире Игорь, с таким слона не продаж, как Майдове, Была Тамара Морщакова, <свеч> это судья Конституционного суда России в отставке. Да? Это потрясающая женщина, потрясающая. это великолепнейший правовед. То есть, там человек, который знает закон, вот в буквальном смысле от А и до Я. И вот где эта точка стоит, да. Так вот, она мне вчера, в общем-то, открыла глаза. На самом деле, то, те разговоры, которые ведутся по поводу судебной реформы, это пустой треп буквальном смысле потому что нынешняя система координат э, прописана таким образом причем в законе что любой судья который проявит свое мнение не согласно вот с той силой потусторонней да будет уволен молниеносно полномочий более чем достаточного президента то есть казалось бы где президент где судьи а нет Президент уже, кто-то же вносит эти указы, эти проекты указ И выносит. То есть судебная система Российской Федерации, она, она не просто... А, а, проблема не в коррупции. В ней заложена эта коррупция. Система вот эти так работает, тарифы, как в том которые анекдоте, на двери судей, невидимо. Надо, да. Ну вот как раз по поводу Вот это страшно, понимаете, лучше бы не было документа чем документ, в котором э, красиво за, замаскированные бреши, через которые нормальный человек не пройдет, а человек, который заинтересован в этом, тот же чиновник, проскочит как по маслу. Так что делать? Вот я 125 раз, да? Вот что делать? Вот я, кстати, у оппозиции, у них есть в риторике фраза про... ⁇ необходимы независимые суды ⁇ Но... Вот конкретно я ничего не видел. Потому что это, а я, я не понимаю, почему они не понимают, что это самая главная проблема. Не знаю. Это, это корень всего, всего потому и что всего. Потому не что суд, Нет, почему? Ну, все понимают, прекрасно, что это. Давайте поговорим оппозиция... Возьмите как, как, это как слово. Это вне, -вне системная любая любая это это должно объединить всех потому что люди которые прошли уже через это, эти испытания и они понимают что это корень всех проблем когда ты погружаешься в эту вот систему которая тебя кошмарит ты понимаешь что без этого никуда что ничего и когда ты понимаешь что вся система так работает это действительно вопрос не коррупции Uh, вопрос в том, что вся система так работает, она работает на покрытие друг друга. Даже если где-то на суде вскрывается коррупционный факт, этот факт самим судьей будет сразу замазан на суде. Она просто не примет этот факт, не услышит и все. И это никогда уже больше не всплывет. И фактически мы получаем, что суд работает на прикрытие коррупции. Это ли не страшно? Uh, но мы опять же все констатируем, а что делать? Но... Требовать? Требовать. требовать, требовать, а, раз, требовать, требовать то, от тех, кто называет без, себя оппозицией. Бессмысленный лозунг вот что говорить, Путин, уходи. Уйдет Путин, встанет Иванов, Петров, Сидоров. Потому что вся система такая: она выдавит наверх путем того негативного отбора, который в ней уже сложился годами. Она выдавит наверх, как какое-то все то же самое, ничего не изменится. Поэтому требовать нужно кардинальных изменений, а в демократических странах от личности э, не зависит система. В Италии может быть Берл Берлускони, но дороги все, а равно, минут дор дороги против, все да. равно хорошие, да, да. и все все равно работает, и малые лавочки, малый бизнес, все это работает. Это не зависит от того, что там наверху происходит, поэтому личность не важна. Но получается, что... Нет. Понимаете, в России все-таки власть всегда была персонифицирована. Слава Богу, что с нее стали срывать, знаете, вот этот сакральный покров. Мне непонятно, абсолютно непонятно, да. Потому что они грешные люди, такие же, как и мы. У них нет ни третьего глаза, у ни них, слава богу, хвоста сзади. Да? И, вот. Я надеюсь, что это так. Не знаю. Поэтому мне вот эта сакральность непонятна. Вот, кстати, сегодня в Петербурге открылась потрясающая выставка. Она приурочена. К, ну, к вступлению в должность нового старого президента. Путин не политик, Путин человек. И там картины. Путин и теленок. Путин и ребенок. И так далее. Путин плачущий. Это нормальное явление в нормальном обществе. Когда он человек, а не вот нечто такое, да, там с 14 пунктами. Как это там было написано? Не углубить, проработать. А себе проработать. Вот, вот у Горбачева углубить, у Путина проработать. Дальше что? Вот, По-моему, вот главное отказаться от э, главного стереотипа: он может все. Да ну, от культа личности может. вы имеете в виду? От культа личности. От вождизма. Я это называю да, по-другому. Ну... От вождизма. Хватит этих вождей. Хватит, есть функционал хватит. у президента, есть функционал у премьера, есть функционал вот должен быть функционал у судьи. Все. Все остальное вторично. Мы приходим к тому, что должны работать институты. Абсолютно. Правильно, институты. Они не... А не вот, знаете, вот эту тему... А, вот, а потому что нет политического лица. Нет. А вот мы много требовать то-то, требовать сказать. Очень важен вопрос, я хочу на этом акцентировать. Кто требует? Не один человек должна требовать сообщества, бизнесменов, да? Чтобы этот Каждый голос был Каждый должен более... требовать. Каждый на своем месте должен да. требовать. Пенсионеры да. свое, предприниматели свое. Вот. Я говорю про то, что вот все-таки возле... У нас не объедин... слушают сообщество. У нас слушают сообщества, которые приближены. Это... Например, вас. Угу. Что деловая Россия — это уважаемое сообщество, что, за что, почему именно меня слушают? Нет, я имею в виду деловую организацию. Да, ну, да. Очень много других организаций. Мы, например, если себя считать России, да. тем, что тебя не слушают, то никогда слушать не будут. А если считать, что мой голос имеет значение, что мой голос важен, вот каждый, когда это будет считать, тогда это будет, тогда это будет значить. Если ты считаешь, что ты ничего не значишь, то так оно и будет. Это простая психологическая истина. Это это вообще немножко разные вещи. Ничего не значишь и не слушают — это немножко. Разные вещи. То есть вы хотите сказать, что есть приближенные? Конечно. И они умалчивают какие-то темы. Я правильно понимаю? Mm -hmm. И это тоже ну, во время встреч встреч, чтобы... там Игорь, вы да? сейчас в прямом эфире можете сказать, что же умалчивать. Вы можете сегодня на всю страну сейчас сказать, где же умалчивается, какая тема умалчивается? Ну, я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Так он, он очень знаю, простой. Что... Вы неужели считаете, что-то сегодня умалчивает? Другой вопрос: что помимо констатации той проблемы, желательно предлагать и пути выхода или пути решения. Вот это более важно, в чем, я считаю, проблема нашей оппозиции. Но почему можно вы констатировать... считаете, что только деловая Россия предлагает? Да он власти. не говорил да да. Я сказал о том, что у нас много различных институтов и площадок, где можно решать. Ради бога, в рамках общественной палаты, палаты решать. Да Без не в вопросов. рамках, даже можно, Владимир, но я уже говорила, можно самим объединиться. Будет 15 предпринимателей, объединенных по одной проблеме. Это будет проблема то, что на их бизнес давят, или любая другая, но они будут объединять. Это уже сообщество, это уже важно. И Абсолютно люди согласен. будут вместе, собираясь, планировать какие-то действия, как они будут требовать от власти того, или, или что-то делать, или не делать. Сейчас вот не вы важно. поехали, Яна, в Астрахань. Вас же не, не Путин туда отправлял, правильно же? Вот вы взяли, вы поняли, что проблема. Ну вообще ни при чем здесь. Абсолютно, да. Так, но, да. Но, слушая да. Игоря, получается так, что вот деловая Россия приближена. И поэтому Яна поехала в Астрахань спасать. Ладно, давайте время не будем терять. А, значит, давайте пообщаемся со слушателями. 65 10 99 6, код Москвы 495 и финам.фм. Это наше средство связи. На сайте идет прямая веб-трансляция. Добрый вечер, в эфире Алю. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Леон Самсонович, я правозащитник ограбленных вкладчиков 90-х. Все было прекрасно, и Юра, Юрий очень прекрасно все оценил. Но с чего все это начинается? Все это начинается с того, что с начала с нулевых годов, с приходом Путина, все законы изменены. Власти не несут никакой ответственности, обязательств перед гражданами. И именно поэтому Конституционный суд отправили в Санкт-Петербург, чтобы мы не могли обжаловать заведомо, Неправосудные решения, неправосудные законы, которые издавала Госдума. Совершенно они ни за что не отвечают. Отсюда растет коррупция. Судьи не несут никакой ответственности и обязательств перед гражданами. Да, спасибо, что скажете. Верно, абсолютно настолько. По-моему, вот в точку. Яблочко. То есть начинать надо сначала, где в системе заложена мина? А Это одна из мина. Нет корреляции. Одни не зависят да. от других. И, к, к сожалению, у нас вот правильно э, произнес э, Ливон. Ливон: он сказал, что граждане при молчаливом вот согласии граждан все это происходит. Мы действительно до поры до времени занимались своими э, какими-то бизнесами, ну, то есть своим делом и не обращали внимания, что там происходит с законами. То есть никого ничего не парило. И если сейчас хотя бы даже эта ситуация изменится, и народ начнет париться по поводу того, какие законы принимают, это уже будет лучше. Да, добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут, Аля? А, здравствуйте. Да, добрый вечер. Меня зовут Кирилл. Угу. А, большой привет, я не вы хотел бы передать. Спасибо. И мне счастье быть знаком с ней, с ней лично. Вот. Поэтому большой привет. А и хотел бы сказать, такое может быть суждение, что бизнес, в принципе, сам хорош и, в общем, принимает правила игры, которые выставляет ему государство. А, я имею в виду, именно принимает участие в игре в коррупцию. Вот, и, соответственно, То есть это выгодно, можешь... Кирилл, это выгодно. Да. да? Так, как большая часть бизнеса принимает эту игру, объединяться под честными лозунгами <coughs>, остается некому. Ну, не и... так уж прям некому. Да. Спасибо. И не так уж большая часть. Игорь. То есть вы считаете иначе, mm -hmm. чем Нет, я считаю, что далеко не большая часть. А может быть, правду сказал Кирилл? А, может, Кирилл это выгодно, понимаете, правильно, бизнес? Абсолютно да. что? Значит, если человек хочет делать бизнес, он должен его делать не вопреки, а благодаря. В любой стране, если убрать определенные законы, бизнес будет искать где выгоднее. Соответственно, чем больше прибыли, тем лучше. Если эта прибыль пролегает через связи, через коррупцию, через коррумпирование чиновника, через взятки. Люди всегда, любых национальных, не только русские, они будут это всегда делать. Вопрос стоит в системе противовесов, в системе контроля и в системе, ну, скажем так поиска вот этих вот элементов и их выбраковывания. У нас это совершенно не работает. Система противовесов, это есть суд, то есть он не работает. И правоохранительные органы сами этим занимаются. Поэтому так все у нас распространилось. Люди в том, что они это делают, не виноваты. Можно всех пересажать, но ничего не изменится. Нужно устанавливать систему противовесов и контроля. Правоохранительные органы должны работать честно. Может, Абсолютно, это... А, знаете, само, но а это... я вопрос Кирилл, немножко иначе понял. А, он а, во многом прав в плане чего. Смотрите, действительно, какой-то части бизнеса выгодна та конфигурация, которая есть на сегодняшний день. Почему? А, бизнесмен договорились, есть четкие контракты, которые существуют не только там, разовый год, два, три, да. а может даже и пять. Но бизнесмены все больше и больше начинают понимать, вот пока он бизнесмен сильный, цветущий, ему там, не знаю, 35-40 лет, так сказать, оно работает. А дальше что? Дальше что? Когда ты приходишь к пенсионному, вот ты должен бизнес либо продать, либо придут молодые сильные, и если не работают институты в государстве, ты должен в это дело от этого уйти. Бизнесмены все больше и больше задумываются о том, что это важно, и, может быть, на сегодня стоит потерять в чем-то, но отстроить, чтобы работали эти институты. И вот это, мне кажется, сегодня бизнесом во много, во много движет. Потому что в 90-е годы было действительно какой-то, сказать, драйв был такой, горящие глаза, давайте заработаем. А сегодня, а что же дальше в этой ситуации? Ну, ничего в мире нового не придумали. Нет. Всегда первоначальный капитал накапливался да, да, абсолютно нелегальным нету. способом. Но потом люди, которые хотят сохранить свой капитал, они начинают задумываться, что сохранить его можно только в системах, где работают институты, где да. есть, опять же таки, независимый суд. И люди начинают сами это выстраивать. А абсолютно правильно Владимир сказал, что в этой ситуации если человек завел бизнес, прикрученный к какому-то чиновнику, он в нем абсолютно не может быть уверен. И нет смысла вкладывать, почему у нас отток капитала никто не инвестирует, потому что нет смысла вкладывать в такой бизнес, потому что ты привязан к одному человеку, к человеческому фактору. Если у него завтра отставка или еще что-то, или его самого посадили, то весь бизнес Бизнес рушится. Вот и причина отсутствия инвестиций. То есть такой замкнутый круг получается. Если говорить о, о том, что вот есть некие правила игры и бизнес их принимает с целью там улучшить свое благосостояние и так далее, то да. Если говорить о том, нравится ли это бизнесу, то нет. То скорее, как мыши плакали кололись, но продолжали жрать кактус. Вот. То есть, uh -huh. ну, ну, что делать? Приходится. Да? Но то, что это нравится людям, нет, я не согласен с этим. Конечно, не нравится эта ситуация. Виталий пишет. Предприниматели действуют а, по правилам а, игры чиновников. Это нормально. Они обычные люди. Глупо требовать от них заменить государство. Надо добиваться от чиновников, в скобках государства, а, нормальных правил игры, способствующих конкуренции, а не богатству чиновников. Ну, ну, констатация да, факта абсолютно, это обсужда... абсолютно да. справедливая. Но, вы понимаете, э, ладно, я не хочу сейчас про выборы говорить. Все, я, я уже устал. Он легитимен, он выиграл, дума избрана. Все, тема закрыта. Надо жить дальше. Да, надо жить дальше. Добрый вечер вы в эфире. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Вы, вы а, с нами общаетесь по телефону и выключите, пожалуйста, радиоприемник. Угу. Алло. Нет, ну у меня времени, к сожалению, Это спасибо, простите. Я, Добрый я, вечер. Я, алло. Как Меня вас? Зовут? Денис, да, Денис. Город Москва. Угу. А, ну, собственно, занимаюсь а, малым бизнесом в области энергосбережения. Мы вот, Предлагаем различные решения, популярные угу. в последнее время. А, я вот хотел бы согласиться с одним из первых тезисов, что все-таки в нашем менталитете что-то сидит, связанное с коррупцией. Вот, Проведя так анализ за последний год, в 90% проектов, которые мы сделали, они все были с откатами. То есть это даже не чиновники, это бизнес, То есть мы предлагаем конкурентные решения какие-то и так далее. Но первый вопрос возникает, а ребята, а сколько? Подождите, у кого сколько возникает? У кого возникает? У заказчика, у клиента. Ну, а он так, чиновник да. или это тоже бизнесмен? Нет, нет. Я говорю, что в основном это рынок B 2 B, то есть не, не нет, тоже бизнес с получается. Uh -huh. Да. То есть э, речь о том, что на самом деле, э, ну есть вот что-то в наших головах. Чем вот это связано? Откуда первая причина? Вот это большой вопрос, да? Ну, вот говорю, 90% процентов проектов э, они были связаны э, с откатами. Они пытались без откатов. А, ну, в первую очередь, мы пытаемся без отказов, но э, так как мы малый бизнес, да, э, у нас нету, э, как сказать, э, ну, некого имени, да, там, э, который мы можем давить там заказчика там и так далее. То есть мы предлагаем какие-то конкретные решения, вот, но э, в большей степени, чтобы выжить, нам приходится все-таки давать и получать этот проект, да, чтобы, грубо говоря, выживать. Угу. Да, спасибо. Но ну, это вот второй, второй уровень коррупции, когда крупные корпорации, к сожалению, сами к сожалению это, это это значит. так, да, они их менеджеры, технологи, которые там сидят, они всегда сидят на откате. Это, это, мне кажется, второй уровень проблемы. Просто берут примеры во всех крупных корпорациях менеджеры, которые занимаются закупками. Не только в госкорпорациях. Не только госкорпорациях. Нет, в город, нет про... крупных крупные. во всех крупных, а технолог обязательно требует отката. Это вирус. Слушайте, подождите, что, что значит требует, что значит обязательно? Не, ну как говорят, вот э, пришли несколько маленьких вообще. предпринимателей и говорят, Не, я вот, понимаю, вот я я вот, там как, еще 10. я первый раз с Яковлевой когда встречался, тебе первый раз что сказал? Как они берут взятки? Вот так подходят и говорят, дай взятку? Ну да. Да. И то же самое здесь? Ну да. Все очень просто, прямо и ясно. Ну какие-то как претензии смотреть к на Юрия человека, который ну а как я, не не претензии знает. к Путину. Это второй к уровень. Его вертикали. Это второй уровень коммерческий подкуп. То есть коммерческие вот эти отношения это второй уровень. Это сейчас главнее все-таки, когда государство торгует своими полномочиями, а когда бизнесмены друг с другом. Ну в конце концов это их прибыли, они сами как-то с ней там разбираются с этой прибылью. А важнее, когда государство продает себя. Вот это самое большое. Вот на этом проблема. мы ставим точку. К сожалению, наше время вышло. Яна Яковлева, Владимир Головнев, Игорь Храмов, реальное время Финамофа.